Подожди. Что там? Да у тебя какие-то волосы. Все, поехала. Ну, это было красиво. Да? Да. Я скрылся. Ага. Давай, повтори. Бух с тормозом и сразу газу оттуда, как от стенки. Ой, блядь, эти мотокроссеры, а! Блять, ну это быстро как-то. Ну а чё он тут-то? Мотокросс мы и катаем, чтобы было в эндуро быстро. Я понимаю, для чего мы это делаем. Давай-ка еще разок. Проверить вначале. Ну вот, вот уже, как бы, уже да. Mm-hmm.
Покажи нам, что ты можешь. А то как девочка с питбайкерами катаешься.
Поворачивать будешь, просто вот так вверх подними его. Вот так. Сейчас встанет. Не-не, у тебя хорошо получается, ты рано поднимаешь. Рано поднимаешь, ты вот на кочку заезжай. И рулем когда хуяк, тогда поднимай локоть. Рано больно поднимаешь. О, есть. Да! Нормально, нормально, Жень. Блядь, дай, говорю. Так у меня нету, брат. Я знал, что ты поедешь, будешь просить бензин, поэтому залил себе бак и не взял больше с собой. Давайте-ка скажите что-нибудь на прощание. Александр, это была потрясающая гонка. Я очень воодушевлен. Я старался, ребята, вас порадовать, конечно. В этот прекрасный день вам понравилось? Александр, давайте погодка эротическая домой. Всю дорогу. Пока. Мне плохо нажал. Сверху надо, сверху. А, не только.